На ремонте вот такая стиральная машинка Samsung, включается, но при включении начале работы наливает полную машинку, не останавливается набор воды. Ну, соответственно, программа дальше не идет. Модель S1021. Samsung S1021. Ну, первоочередное, это, конечно, разберем, снимаем крышку и проверяем и клапан, и датчик уровня воды прессостат. Поэтому сейчас разбираем, просто откручиваем вот эти два трубки. И после того, как открутили, просто на себя. Толкаем крышку назад. Чуть-чуть вытолкнули назад, она из зацепления выходит. И все, после этого она поднимается. Ну и все, теперь смотрим клапан, не пропускает ли он в выключенном состоянии. Ну и я достал прессостат, значит, необходимо проверить, не заклинило ли шток, который тут ходит на мембране и замыкает контакты. Ну, тут, наверное, все-таки он не замыкает контакты, а тут есть какая-то плата управления, он там общается с процессором по-другому как-то. Но неважно, суть в чем. Нужно сюда подуть и слышно, как там что-то двигается. Втянуть, сюда идет шток, подуть, туда поднимается шток, главное, чтобы он там ходил. Ну, проблема еще, как мне показалось, была в другом, не сливал насос, потому что вот здесь вот, если, значит, клиент сказал, что долго стояла стиральная машинка, просто стояла и все, и скорее всего, вот если тут открыть клапан, то тут я слил воду и не знаю, смогу даже показать, темновато, наверное, но там есть крыльчатка насоса, сейчас я постараюсь показать. Вот там крыльчатка насоса, и когда я открыл и начал ее двигать, она закоксовалась и присохла, и практически не двигалась крыльчатка. Мне пришлось вручную ее немножко толкнуть. И теперь она уже ходит нормально. То есть один из вариантов — не выливалась вода. Но почему она переливалась — сложный вопрос. Сейчас еще раз, уже теперь нужно протестировать у меня дома, будет ли работать. Поэтому сейчас собираю и подключаю к системе и пробую, будет ли включаться после того, как я сдвинул с места помпу, вот здесь эту крыльчатку, ну и пошевелил шток, дул сюда и туда-сюда разработал прессостат. Возможно, он тоже от времени застоялся в одном положении, и проверим. Если будет работать, значит, все, ремонт произведем. Ну, включаем и пробуем. Так, ну я уже собрал стиральную машинку, я включил, отработал на быстрой стирке, залило, слило, пополоскало, грел тен, она, в принципе, новая, судя по всему, то ли вообще не использовалась, то ли использовалась мало, но из-за того, что стояла, закоксовался, как я вам показывал, помпа закоксовалась, и просто достал и немножко разработал. Ну и прессостат тоже попродувал, разработал шток, он начал работать, начал отключать. Вода набиралась, сейчас скажу вам, по изгиб немножко темновато получается,
здесь на стекле такой изгиб, вот посюда набирается вода. Не могу сказать, это много или мало, потому что в разных машинках по-разному. Вот до сюда набирается, выключается, начинается стирка. Ну, собственно, все. Стиральная машинка отправляется довольному клиенту. Всего доброго. Подписывайтесь на канал. Увидимся на канале.